Приветствуем всех на канале Дом Бобра. Наконец-то, ура, ура, ура! Пустые банки iHerb, их немного. Здесь еще немножко есть косметики. Поэтому оставайтесь со мной. Очень много интересной информации по ходу и результату использования. Также используйте код MOIMENSOR450. Кто заказывает, это вам даст скидку 5% на весь заказ. Следите на моем канале, я постоянно делаю обзор скидок, которые происходят каждую неделю, крутых тайных кодов iHerb. Очень много интересного, так что подписывайтесь, оставайтесь с нами. Поехали! Начнем с актуального. Начнем с видео, которое я выкладывала о том, как не заболеть об этих двух, в принципе, препаратах. Я оставлю здесь ссылочку. Посмотрите обязательно. Wellness-формула от Source Naturals. Это в капсулах, кстати, есть таблетка в капсулах. Отличный комплект, который мгновенно поднимает иммунитет. Здесь в составе очень много натуральных трав, витаминов, минералов, которые действительно оказывают иммунную поддержку. Мы в этом убедились всей семьей, все мои многочисленные родственники тоже. И эпикор. Что-то у меня в эпикоре. Там штучка, чтобы не сдерживался, которая... здесь ничего. Я думала, одна осталась и уже обрадовалась. Значит, эпикор – это экстракт пекарских дрожжей, сахаромицеты, которые мгновенно в течение 2 часов избавляют от всех, которые у вас есть, признаков простуды, насморк, ломота в теле, головная боль. Важно не упустить момент заболевания, вот этот первичный самый. Поэтому я их принимаю, в принципе, вместе. Схема будет, опять же, я размещу видео и внизу ссылочки в описании оставлю вам ссылку на это видео. Кому интересно, посмотрите, но это мои просто два брата-акробата, без которых я не могу. Моя вся семья в строю, мы не болели ни в межсезонье, ни зимой и продолжаем тоже держаться. Очень классные препараты. Вот это вообще иммунная формула номер один. Да, конечно же, да, я буду их покупать еще, и всем своим родственникам тоже покупаю, и вам советую со всей душой и со всем сердцем вот эти два препарата, они крутые, класс. Причем у меня даже знакомые врачи, терапевты используют тоже, их заказывают и хвалят действительно по составу, и то, что это... Нам не нужно допускать использование антибиотиков, а просто его принимать для поддержки. Вот эти просто два комплекса и класс. Да. Вот такой L-Taurine от California Gold Nutrition. У них есть такая подмарка Sport, именно они в темных упаковках, другие у них в белых. Здесь 60 вегетарианских капсул L-Taurine. У нас для энергии, для поддержания, кто занимается спортом, и не только, поддержание здорового тела. Я его брала именно для энергии. Здесь 1000 мг, достаточно большая дозировка. Очень хороший препарат, понравился, можно брать. Вообще на спортпит я хочу перейти, буду начинать худеть сейчас на весну, перехожу на спортпит. У меня в комментариях кто-то просил, пожалуйста, сделайте что-то про спортпит. Я перехожу, начинаю заказывать. Не такое профессиональное, потому что я не планирую качаться до широких мышц и так далее. Я просто буду активно заниматься спортом. И вот это как добавка для тех, кто в залах. Очень классная. Присмотритесь. California Gold Nutrition, цена, качество отличное, потому что спортпит вообще на iHerb очень дорогой. Кто интересовался, он и у нас не дешевый, но даже оттуда он стоит, ну, скажем так, не бюджетно. Так. Ну, наверное, поругаем. Это перуанская мака от Thompson. Очень такая бюджетная марка. 32 года они работают. Я не видела эффекта от этого препарата. Он, в принципе, он тоже общеукрепляющий, но больше его берут для повышения, кстати, либидо. Перуанская мака, которую я брала, кстати, говоря, от California Gold Nutrition, мы видели от нее эффекты, я и муж. Мы принимали как общеукрепляющее, не для либидо, но я читала много, что у людей просто просыпается вторая молодость и третья. Но она... Эта мака ничего не поднимает. Ничего, абсолютно пропили этот комплекс. Ну, ни о чем.
Не знаю, возможно, тут в дозировках проблема, 525, я не помню, сколько было в прошлое. Но, возможно, можно себя успокоить, что что-то было общеукрепляющее, но нет. Она вот как диетическая добавка, добавляется тоже, кто без сил, кто после тяжелых болезней. Она просто выравнивает состояние хорошо. Для того ее и брали, именно тоже для энергии. Но нет. Если говорю, если предыдущая от California Gold Nutrition, где-то вам здесь ставлю картинку, кто интересуется, возможно, заинтересовался, а то был эффект очень очевидный. Это нет. Так, закончился два применения. Вот такая вот сыворотка от Advanced Clinical с ретинолом от морщин. Здесь у нас алоэ вера, зеленый чай в составе. Знаете, это была первая моя сыворотка на iHerb. Мне она понравилась. Она очень нежная. Конечно, действие выраженного ретинола я не увидела. Но как промежуточный вариант после тоника, тонера, отличная. Отличная. Естественно, тоже что-то про морщины я вам не расскажу. Но вот такая проходная сыворотка. Довольно неплохая, уходовое средство. Абсолютно посредственное. Почему бы и нет? Они, кстати, там есть разные. У них и с коллагеном есть. Можно там другие попробовать. У этой, в принципе, отзывы неплохие. Но чтобы я была от нее в восторге, то нет. То есть, пропользовавшись уже баночкой, я понимаю, что она просто проходная, но она как бы и увлажняет, и все, что заявлено сывороткам делать, она делает, но вот чтобы ретинол какой-то я ощутила, ничего такого нет. То есть, она очень-очень неконцентрированная. Так, ну давайте еще про лецитин поговорим. Вот такая бадья у меня закончилась, 180 софт гелей, они такие, такого плана, как продается рыбий жир, такие же капсулы, только достаточно темные. Я брала его в комплексе пропила для работы хорошего головного мозга и для печени. Это соевый лецитин, который не рекомендовано принимать мужчинам. Я его принимала одна. Я, конечно, не увидела каких-то супер-супер выраженных его действий на себе. Но хочу сказать, что вот этот Natural Factors очень хорошая компания. Они, в принципе, не делают плохих препаратов, сколько я сталкивалась. Я еще брала его для чего? Я уже, наверное, раз десятый рассказываю, что в Украине продается препарат Церебровитал для поддержания нормальной работы нервной системы и головного мозга. В этом Церебровитале в составе лецитин, гинкобилоба и цика, то есть центелла азиатская. Вот я их брала отдельно, все на iHerb заказывала и пропивала курсом просто вот эти вот составляющие этого Церебровитала. Плюс я почитала, что лецитин хорошо воздействует на печень, очищает, так как принимаем БАДы. Я муж комплексами. Кто-то очень возмущался, тоже писал комментарии, что мы просто повернуты. Я хочу сказать, что не все это я принимаю сама. Некоторые вещи в баночке я возвращаю, например, делаю обзоры у сестры, у мамы и так далее. Поэтому, естественно, у свекрови после приема и вам рассказываю. Но я об этом говорю, что кто это пропивал. Поэтому не переживайте, но за печенью я, конечно же, слежу, делаю перерывы, не волнуйтесь. И вам тоже советую, конечно же, все лекарства, все витамины, которые вы принимаете, лучше перед этим пройти соответствующие исследования организма, сдать анализы. По поводу БАДов, вы знаете, что их действие не изучено до конца, в принципе, поэтому каждый для себя решает сам. Я просто рассказываю про препараты, которые я принимаю, как они действуют, кто интересуется темой. Поэтому вот что про лецитин. Ну, цена, качество здесь хорошее, я думаю, что хорошая марка, большая банка, почему бы и нет. Расскажу про коллаген. Вот это просто бомба. Бомба бомбическая, бубочка. Я просто каждое утро просыпалась с хорошим настроением, когда я принимала вот этот препарат, потому что я шла с утра натощак пить очень вкусненькое молочко. То есть я принимала этот коллаген с молоком. Каждое утро я принимала по 3 чайных ложки. Здесь показано 2, но я принимала 3. Вот кто любит сливки, причем сливочки, кто был в селах, которые не перекисшие, вкусные сливки. Вот вкус сливок, нету никаких посторонних, как пишут про другие коллагены,
что воняет или коровой кому-то, или еще каким-то какой-то гадостью. Нет, здесь такого нет, он супер очищенный, он не бюджетный. Я пропила его и заметила действительно улучшение в коленном суставе. У меня перестало так хрустеть колено, как оно хрустело. Это действительно так. По коже я не скажу, потому что я брала этот коллаген тип 2 специально для суставов. Этот мне очень понравился. Здесь 454 грамма. Я пропила его где-то около месяца. Можно брать еще, там есть другие виды этой компании. Смотрела много обзоров, вот этот Great Lakes Gelatin, это одна из лучших компаний в США, которые занимаются желатином. Действительно, у них коровы пасутся на пастбищах, экологически чистых, и питаются правильно, без никаких там добавок и так далее. Абсолютно кошерный коллаген. Мне очень понравился его прием. В отличие от этого коллагена от марки Paradise Sport, тоже здесь формула с гиалуроновой кислотой, хондроитином. Вот этот ни о чем. BioCell коллаген. Этот я пропила 60 здесь капсул, я пропила по 2 капсулы и ничего не увидела. Вообще ничего. Я сделала после этого перерыв, если кто-то думает, что они дали мне вместе действие. Нет, я сделала после него перерыв все же. И потом перешла на этот коллаген. Поэтому этот нет. Хотя он дешевый очень. А вот этот коллаген, да. Его можно брать. Да, он стоит 24, по-моему, доллара. Он очень крутой, присмотритесь. От компании Solaray. Вот такой комплекс для простаты, для профилактики заболеваний простаты. Здесь пальма сиреноя, зернышки тыквы, гомеопатический такой препарат, 100 здесь капсул вегетарианских, очень хороший препарат. Я не скажу, что мы сдавали анализы до и после, принимал его муж, в принципе, не было никаких побочных. Вот здесь вы видите, водоросли келп, имбирь, петрушка, ну, в принципе, для мужского здоровья хороший комплекс. Компания Solaray, я к ней присматриваюсь уже очень долго, беру у них препараты, и они мне все практически нравятся. Вот, наверное, это было только с Natrol, но Natrol как-то меня разочаровал, и я перешла на вот этот препарат из Solaray. Они мне очень нравятся. У них очень хорошее и сырье, и гомеопатии очень много хорошие, так что да. Ну и остались две тоже бубочки, два must-have. Вот от Kale, тоже интересная такая компания с 1932 года, то есть уже очень много лет на рынке Америки они. Такой B-комплект, манго и танжерина, вкус здесь такие жевательные таблеточки желтенькие, ГАБА, Л-тианин, стресс B. Этот препарат хорошо снимает стрессовое состояние, я хочу сказать, что с этим препаратом мы просыпались даже без кофе. Как-то он очень-очень корректно будет и сразу. То есть с утра, когда вы завтракаете, принять эти по 2 таблеточки, сразу глаза открылись и побежал по своим делам на работу, спешишь, весь такой, не знаю, бодрый, энергичный. Л-тианин тоже очень хороший препарат, который снимает и треморное состояние, и всякие тревожные. ГАБА тоже влияет, в принципе, нейромедиатор такой хороший. Ну и витамины группы В. Давайте посмотрим, что у нас тут С. Так, чтобы было видно. С, тиамин, ниацин, В6, В12, холин, инозитол, ГАБА, Л-тианин. И кислоты нужные тоже в этом направлении. Этот препарат просто мой must-have. Я его заказываю, заказывала и буду еще заказывать. Несмотря ни на что. Он стоит тоже как бы не бюджетно, вроде бы как, но для вот таких вот состояний зимних, когда очень тяжело вставать с утра, тяжело проснуться, вот эта штука спасает. Так что да, хороший препарат. И еще одна моя весточка из прошлого. Я рассказывала, что вот Сент-Ивс еще в 90-х годах продавались в Украине. От американской марки был такой очень крутой, помню, арбузный шампунь. Я до сих пор помню этот запах. Это было нечто. И когда я увидела на iHerb эту марку, я решила заказать эту штучку. Я уже о нем рассказывала. Это
гель для душа, такой даже крем больше, с эксфолирующими частичками. Здесь в составе морская соль, водоросли. Он просто отличный, без парабенов. Во-первых, посмотрите, это бадья, тут 709 миллилитров. Он у меня уже, наверное, полгода. Расход экономичный, потому что он супер-мега пенится. Пены столько, что, ну, у меня осталось буквально вот на донышке, я вам показываю. Но я его, наверное, использовала с марта прошлого года, может быть, с апреля. Точно не скажу, но он у меня уже стоит очень долго, я его экономлю, конечно. Но то, когда я мылась, там, по неделе, например, неделю моюсь, им потом прекращаю, кожа отличная, не сушит кожу, кожа шикарная, ничего не раздражается, не сушит. Потому что в последнее время воду очень хлорируют в Киеве. И после очень многого количества геля для душа кожа раздражена, кожа очень сушится и чешется, даже я хочу сказать. Поэтому вот эта штука очень крутая. Это были все пустые баночки, ура! Я от них избавляюсь, вам все рассказала, доложила. Буду еще дальше продолжать этим заниматься. Смотрите обязательно наш канал, смотрите iHerb. Много косметики, много товаров магазина Дом Бобра. Спасибо вам за внимание, спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь обязательно на канал, не болейте, до свидания.